Никого. Совсем никого. Бесполезно. Муки ваши будут вечны. Забери меня отсюда. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. И сегодня мы с вами, очевидно, как мне кажется, завершаем проходить Dishonored Death of the Outsider. И находимся мы с вами прямо, так сказать, на подступах к той ритуальной твердыне. Перебив в прошлой серии, я надеюсь, что всех провидцев. Я вот единственная не совсем уверена, понадобятся ли нам еще заряды, поскольку мы, в принципе, естественно, тут очень-очень сильно поизрасходовались. Так, и секундочку, я помню, что где-то здесь что-то было. Был склад. Хотя мы идем в бездну, я не думаю, что там какое-то оружие нам вообще понадобится, в принципе. Ну же, жемчуг. Вот, пожалуйста, заряды. Ну вот, мы только что миножи жемчуг не испытывали на провидцах. Но, тем не менее, убить их можно. А то в предыдущей серии, вернее, в предпредыдущей, я прямо уже отчаялась. Так, ну что ж, смотрите, они тут исследовали, они тут снимали и замерли в той самой позе, в которой они все это исследовали. Что ж случилось такое? Недостойно было это ваших очей. Так, ладно, друзья, давайте не будем тянуть, идем. Билли, я надеюсь, ты не окаменеешь. Ну, а если окаменеешь, то... Мы начнем все сначала. Кто-то дополз прямо сюда. Так, а что делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, такое впечатление, что туда прямо затягивает. Что ж, пошли. Да? Мы нашли вход в бездну, друзья. Он здесь. Я... чувствую это. А вот и Левиафана. Я выйти могу? Могу. Приятно знать, что есть выход. Даже если он непонятно куда ведет. То есть они записывали каким-то образом, микрофоны, что ли, сюда вводили. Наверное, таким образом они все эти исследователи бездны и окаменели. Так, ну мы вроде себя чувствуем ничего. Обалдеть, друзья. Так, ну мне нужно имя. Мне нужно от духов или от кого там узнать имя. Какие-то огоньки. Может, это духи? Наверное, это духи. О, они исчезают?
Да, они исчезают. Слушайте, у меня просто нет слов. Я вам сейчас, наверное, молчу, потому что говорить мне особо тут нечего. Это грандиозно. Хотя мне, как туристу в этой бездне, естественно, это кажется грандиозным. Для душ, которые тут обитают, я думаю, это вовсе не так. Нет, мое предвидение тут как-то абсолютно слепо. Оно, конечно, летает. Но очень все непонятно. Да, я не смогу никогда посмотреть, наверное, этих китов вблизи. Так, ну ладно. Так, окей, залюбовались. А как? Черт, а как? Подождите. Все-таки предвидение. Ай-я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 й. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот сюда. Ну, давай. Нет. Так, наверное, как-то возможно, если совсем на краешек встать. Вот туда вот прыгнуть. Обалденная кита. Может, это и есть боги? Ну, хотя там, конечно, глаз был явно какой-то человеческий, но мне кажется, вот это и есть истинные обитатели этой среды. Так, ну, давайте-ка я еще попробую. Упс. То есть. Да ладно, мы можем бегать по воде. Ну понятно, если киты летают в небе, если это можно так назвать, то почему бы нам не бегать по воде? Если это, конечно, вода. Это какая-то смесь гнилостная. Боже, 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 не-не-не, идем, идем. Гоньки. Реки Стикса. Знаешь, Билли, я вот все-таки предпочитаю как-то вот не ходить по этой вот. По вот этому вот, чтобы это не было. Кто знает, может быть, воды Стикса тоже тверды. Как я и говорила, нам тут прятаться. Так, слушайте. А тут уже, смотрите. Души. Более-менее. Дауд. У меня был выбор. Был выбор.
был выбор. Кто это? Может, мы это знаем? Может, это те, кого мы убили? Подожди, Дауд. Так, мы с тобой не можем поговорить. Возможно, это те, кого мы убили. Давайте посмотрим. Принеси мне его голову. Это же мой брат. Это мой брат. Угу. Никого. Совсем никого. Бесполезно. Муки ваши будут вечны. Забери меня отсюда. Что-то на Далилу похоже. Ну-ка. А ты дух кто? Ах, вон и чужой. А вон и чужой. Друзья, мы непременно подойдем. Земля под ногтями. Я не помню, Билли, возможно, на своем веку совершила большое количество убийств. Может, это и есть все. А может быть, это просто души. Наказанные блужданием вечным. Так, ну что, давайте подойдем к Дауду. Кто, прости, остальные меня кто не сильно волнуют. Они так, вот этот. Ногтями стены. Это кто? Этот шум, шум, я слышу его. У нее было столько имен, таких нежных. Я не знал, какое выбрать. Так, ну слушайте, и тут... Я помню ее руки. Она щипала меня за щеку, если хотела, чтобы я запомнил ее слова. Волосы словно черный дым. Теплые глаза. Она пахла цветами, которые... раскрывается ночью. Так, зачем мне сохранение? Она пела мне песни своей матери. Я их забыл. Забыл ее голос. Услышать бы сейчас эти песни. Еще хоть раз. Черт, Дауд, он мучается. Давайте уже не будем больше его мучить. Дауд? Почему ты здесь? Кто ты? Мы в ловушке. Мы ждем. Ждем целую вечность, когда в нас вонзится нож мясника. Это все, что от меня осталось. Дауд! Это я. Посмотри на меня. Я знаю твое имя. Я знаю тебя. Кровь. Маски, занесенные клинки. Билли Лерк. Помнишь, как ты ненавидела меня? А теперь пошла за мной в бездну. Ты принесла нож. Я не могу ему повредить. Ничего не могу сделать. Только ты можешь убить его. Сколько же я ждал? Слишком долго. Вот он. Чужой. Все это время он спал в бездне. Снился ли ему этот момент? Прикончи его. Оборви эту жалкую жизнь. Похоже, ему больно. Ты правда этого хочешь? Он правда это заслужил? Ты знаешь, как все закончится.
Так, и что? Я должна его прям так убить? Нет, еще. Лерк, ты была ножом в моей руке, а потом в спине. Так, Дауд, давай. Кто старое помянет, тому глаз вон. Когда ты меня предала, я увидел ненависть и отчаяние в твоих глазах. Убив меня, ты решил бы свои проблемы. Тут какая-то... Какая-то все-таки непонятка существует. Так, друзья, ну что, давайте осмотрим. Посмотри на себя. Это тебя хотело скрыть аббатство? Это о тебе хотели узнать безглазые? Я в центре бездны, но ты вовсе не монстр, с которым я должна сражаться. Ты в моих руках. Но ты всегда был в руках злодеев, правда? Ты сказал, что у меня есть выбор. Что ж, я пришла, чтобы его сделать. Так, ну вот, пожалуйста. Я не передумала, черноглазый ублюдок. Ты не заслужил эту участь. Ее никто не заслужил. Ее, правда, никто не заслужил. Билли. Ты не заслужил этой участи. Никто не заслужил. Мир не должен существовать за счет чьих-то страданий. Так, а почему убить? Подожди, Дауд. Мне нужно его имя. Я нашла другой способ. Чужой не всегда был таким. Когда-то он жил на улицах какого-то забытого города. А потом культ забрал у него все. Даже имя. Это и есть выход. Его имя — это метка. Только мертвые могут его прочесть. И если вернуть ему имя, он освободится. Проживет остаток дней, как обычный человек. Метка. Нет. Ты должна его убить. Не проси меня об этом. Он причинил столько зла. Мы так долго шли к этому. Так, нет, нет, нет. Подожди, Дауд. Ого. Так, теперь я должна вести себя как сапер. Ты прав, я дала слово. Зачем винить его в том, что сделали мы? Вот именно. Зачем винить его в том, что сделали мы? Он дал нам оружие. Он никогда не лгал, говоря, кем мы станем. Ты знаешь, кем я стал. Мы считали Дану своим. Думали, что можем утопить его в крови. Нет. Он знал, что мы превратимся в чудовищ вроде него. Всегда знал. Закончи дело. Он несет зло. Так, нет, ну это, конечно... Ха-ха-ха. Так, взгляни на него, он сделал это не по своей воле. Я не могу оставить его в живых. Да в том-то и дело, Дауд, ничего он... Как это просто вообще свалить на какие-нибудь вышестоящие силы все свои слабости и все свои неудачи? То, во что мы превратились, сказать, это не мы виноваты. Это виновата судьба, злодейка. Так что да, а тем более он это сделал не по своей воле. И вообще он тут ни при чем. Я видела культ, который однажды убил его. Посмотри на него. Это не его выбор. Он не мечтал о такой силе. Бедняжка. Если тебе его жаль, избавь его от страданий. Смерть куда лучше, чем все, что ждет его там. Так, подожди, и что значит смерть? Но заслужил ли он смерти? Я не могу снова выбросить его на улицу.
Так, но заслужил ли он смерти? Но почему он должен умереть? Много лет назад я предала тебя. Но я же не умерла. Ты позволил мне уйти. Ты дал мне шанс. Пощади его, Даут. Подари ему жизнь, как подарил мне. Когда ты ушла из Даула, я надеялся, что без меня тебе будет лучше. Что ты не будешь зарабатывать на жизнь убийствами, что никто тебя не предаст. Прощение — большая редкость в этом мире. Ты лучше меня, Билли. Прощение — одна из самых главных вещей в этом мире. Даут. Даут. Прощай, Билли. Навсегда. Глаза. Вкус крови. Я слышу голос Дауда. Ты совершила нечто невозможное. Мы пощадили тебя. Я могу забрать тебя отсюда. Эти глаза долго были закрыты в течение столетий. Но я все видел. Я был в сознании многих поколений. А сейчас... Ты свободен. Открыто достижение, последнее освобождение. Так подождите, и что получается, что он стал... Ну, понятно, он стал простым смертным. И... А что он будет делать со своей свободой? Он же не жилец в этом мире-то. Так, ладно, давайте посмотрим, что рассуждать. Я не могу исправить то, что с тобой сделали. И то, что сделали со мной. Но теперь у тебя есть шанс начать сначала. Стать лучше. Наверное, это странно, знать то, что ты знаешь. Видеть все тайны мира. Мы оба видели зло в сердцах людей. Но я подарила Дауду покой. Может, ты тоже сможешь его обрести. Я все еще сомневаюсь, но кое в чем я уверена. Чужого больше нет, и теперь мир изменится. Как именно, никто не знает. Но бездна не исчезла. Она за гранью видимого. И неизвестно, кого коснется, а кого минует ее магия. Так. Дайте-ка мне немножко прийти в себя. И мы продолжим. Так, поднята тревога, обнаружено тело, убито врагов. Да, мы тут наубивали много. Хотя, очевидно, провидцы засчитались тоже. Так, амулеты собраны. Я даже не смотрела на эти амулеты. Вы управляли лифтом в руднике Шендери. И это все из особых достижений. Ну, ясно, понятно. Так, ну что ж, ладно. Так, какое заново? Не-не-не-не. Давайте продолжим, что там у нас дальше-то. Да ладно. То есть, друзья мои, это самый что ни на есть наш с вами финал. Что я вам хочу сказать? Да.
Надо собрать, естественно, мысли, прежде чем что-то говорить. Но самое первое впечатление, что я вам хочу сказать, что я слышала, друзья говорили мне, что о том, что тут как бы недоделанный финал, очень странный финал, хотелось бы больше. Это, как говорится, действительно так. Хотелось бы больше, информации или какой-то большей грандиозности. То есть даже вот когда мы сейчас с вами проникли в эту бездну, там все эти летающие киты, все вот, как сказать, такой апогей, все шло к какому-то, не знаю, взрыву эмоций, страстей, каких-то, какого-то, не знаю, оригинального разрешения проблемы. А все решилось, конечно, очень банально. Но дело в том, что, может быть, оно так и правильно. Потому что чем больше ожидания, тем банальнее развязка. К сожалению, это сремяжная правда жизни. Вот так вот банально мы спасли чужого, прошептал Даут ему на ухо его имя, которое мы, естественно, не узнаем, нам не дано его знать. Имя Бога никто не знает, а кто знает, тот уже и не живой человек. Не в этом мире, как говорится. Ну что ж, и совершенно мне непонятно, что стало дальше с Билли. То есть, как по моему мнению, она осталась в бездне. То есть, остались у нее эти магические способности. Она вообще побывала в бездне. Соприкоснулась с ней. Более чем чужой, она теперь, мне кажется, могущественнее. И владеет всеми этими знаниями и пониманиями. Не знаю, насколько у этого мальчика остались какие-то способности. Хотя игра нам как-то там вроде упомянула, что да, что-то он видит, что-то он чувствует. Ну, в общем, очень много вопросов. И, честно говоря, хотелось бы... Ну, вот лично мне, с моей стороны, хотелось бы истории именно о самом чужом. О том, кто он, его история. Почему он попал в бездну, почему именно его принесли. Хотя там, да, мы читали книжки, что да, вот его схватили на улице, запихали и принесли в жертву. Но кто был вот эти, кто принесли его в жертву? То есть как-то вот побольше, что ли, истории хотелось бы именно про саму бездну и про этот мир, который окружает ее. Так сказать, о создании этого мира. Ну ладно, друзья, я могу, в принципе, очень долго трещать. Я, наверное, думаю, что вам это все неинтересно. Единственное, что я хочу вам сказать, огромное спасибо, что вы все эти серии были со мной и смотрели, я надеюсь, мое прохождение, потому что где-то, да, оно временами было, может быть, немножко занудное, но, как я и говорила, я прохожу игры так, как нравится мне, от чего я получаю большое удовольствие, лазя по всяким закоулкам и выковыривая последние монетки. В таком ключе я буду и дальше проходить игры, и не знаю, что, может быть, естественно, я обещала, и как-нибудь я начну самый первый Dishonored. Теперь я считаю, что это упущение, в принципе, с моей стороны, не пройти с самого начала. Ну и также я надеюсь, что будет еще какое-то дополнение, а может быть и какой-нибудь Dishonored 3 или что-то в этом роде. Что ж, поэтому, друзья, заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Еще раз огромное спасибо всем, кто меня поддерживал, всем, кто меня смотрит, всем, кто пишет комментарии и подписывается. Всего вам хорошего, друзья, и пока-пока-пока! A ritual killing bound his spirit to the void. Eyes drained of color, the beggar no more, to become what the believers waited for. They set him outside, beyond the spheres, quiet as the night, long like the years. He opened his eyes, as black as a dream, trying to speak his only words, a scream.